один из самых активных игроков в составе гостей. Хороший перехват. Зошек можно катить. Отличный момент, Ажимбетов! Да как не забить? Заброс на вперед. Общий матч. Здесь Зоки на подборе. Зошек будет проходить на фланг. Подача следует. Ажимбетов. Ну забивай уже. 1-0. Шахтер. Шикарный гол удался Соломову. Но на этом матч-то не завершается. Алегриас. Хайрулин, забивай. 1-2. Очень хорошо они пока играют. Ну опять же, оба в оборонительных о действиях себя как-то проявили. Зошек. Перевод налево. Причем так же очень есть. И это тоже неплохое достижение. Перевод направо. Здесь Зошек. Подача! Юлиус Зоки! Вполне пристойный результат. Ну, какие кружева тут происходят у нас. И по росту, и, в принципе, по позиции на поле. Оба играют в атаке. Ныне Татыбаев. Будет скидка дальше. Ох, на подборе-то здесь уже игрок. Мангуткин! Забей! Мангуткин! Теперь сами же платят они. Вот поплатились они за ошибки. Зошак с кем этаже. И там вот он всему научился. Подача в штрафную площадь. Даже вбрасывает там мяч. Габышев. Удар! 3-3! Вперед по флангу. Все-таки не свистит Фуркат Тажанов. Дает возможность Шахтеру провести последнюю атаку. А Лукарде Игбуси бежит вперед на всех парах. Зошек, какой перевод направо, Умертаев! Либо навешивай, либо что.